я раздавал листовки, что Украина без это самое за развал Советского Союза. Я. Так что я тоже. Вы представляете, кого мы везем? Причем, смотрите, я тогда был секретарем комсомольской организации группы. И вот как бы вот эта волна пошла вся. И через комсомольцев вот это вот нам завезли в Одессе эти листовки, они были в Германии все отпечатаны. Ну, раздавали, как бы всем дали, что ну как бы ну, мы выступали вроде как не за отдельную Украину, но как бы чтобы как, ну, вот этот приразвали, чтобы как бы суверенная была, ну типа армию сохранить вместе и так далее. То есть лапшу на уши повесили, понимаешь? Я вот Москва, сам там буря под Горбачева копал, как не знаю кто. Да хорошо, хоть да, Москва не разбудила. Да, вообще как бы вот эта вот сетерка получилась из-за того, что, блин, Боря начал в России двоевластие устраивать. Блин, мы здесь будем ехать, кто за сколько? Да. Колонна растянулась. В Мелитополе не привыкли к пробкам? А что там того Мелитополя? Да где вы пробку видите, я не знаю. Пешком. А у как по 2.5 часа мы сидим. Люди снимают. Да, здравствуйте. Ну, ты же москвич. Почти. А, Лен, здрасте. Ага. Мы а я в Запорожье не привыкли. Нога, да, вот такая мышца такая сплошная. А, от газа болит. А вот когда уезжать будет? Пешком. Ну там далеко пешком нет. Ой, ну как бы я тут на митинге, я думаю, мы недолго будем. То есть я приеду, там надо будет пересечься, знаешь, что там в Севастополе. Стоишь? Потому что тут сейчас вот юго-восток поднимается. Опа-на, самооборонцы, смотрите эти. Вот эти вот. А что там у вас в Севастополе? В Брониках остановили колонну. Да. Да. Разворачивает. Ну, классно. Чего? Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, надо было флаги просто рисовать. Да, конечно. Прятать. Да, то есть я как приеду, я тогда или на этот номер позвоню, или ему отзвоню. Нам мы нормальные. Ну да. Мы просто люди. Ага, хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля, что творят? Ё-моё. О, блин, а Запорожье. Валим, валим, валим. Да мы не те, ё. Ой, блядь, ходу, ходу, ходу. Бегом, 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 бегом. Ходу. Дави! Блин, а Запорожье, ебать, блядь. Поехали, блядь, надо ментов вызывать, ёбаный. Хорошо, да, добренько. Ага. Поехали, поехали. Блядь, стекло разбили, да? Бля, надо ментов вызывать. Давай, машину звони, разбили, как, машину. Как звонить? 102. На какой мы улице, блядь? 102.